Всем привет, сегодня будем проходить Мороженщик 1, версия 116. Давайте стартовать. Берем сложность нормально. И будем вспоминать игру. Смотрите, вот наша стартовая комната. Кассеты из 90-х, видеомагнитофон. Нанкола. Это отсылка на монахиню. Идет Чарли. Мы сегодня как раз таки его и будем спасать. Рядом уже лежит карта, которую обронил Мороженщик. Смотрите. Давайте посмотрим, как Рот его заморозит. Он его держит за голову и прям превращает в ледышку. Так, ну я был свидетелем. Мне не поздоровится. Все, его утащили. Ура. И мы его сегодня постараемся спасти. Кстати, вот смотрите, опять. Мороженщик 6 будет также посвящен Чарли. У нас в рогатке есть 3 выстрела. Аккуратно сейчас просто мороженщик оглушим. Все, получил. И нам этого хватит, чтобы поставить карту и уехать. Заряжаем. Сегодня вспоминаем мороженщик 1. Никакие сцены не пропускаем. Я думаю, многие из вас уже эту игру забыли. Жизни осталось 3. Так, ну-ка, Чарли. Уже оттаял. Но, кстати, ему здесь неудобно сидеться. Поэтому он так скривил шею. Он не засыпает. Ему просто здесь плохо. Так, мороженщик, ты где? Он, кстати, может спать. Побежали сейчас за канистрой. Все делаю на память. Но игру уже реально забыл. Так, а где морожка? А где он? Где он? Где он? Заметил? А может прокатит? Просто нажимаем на карту. Смотрите, уже курсор готовлю. Так, куда едем? В кафетерию, допустим. Мы сегодня с вами будем смотреть, кто же у нас главный по смене. Канистру выкидываем. Ах ты, уже спалились мороженщику. Давайте выходить. А почему ты там-то оказался? Залезаем. Странный охранник. Пропал охранник. Последний раз его видели на детской площадке. Приседаем. Смотрим, кто главный. Следующим по смене будет Энтони. Масленка. Полностью все собираем. Будем смазывать решетку канализационной трубы. Морожка здесь идет. Кто этот охранник и почему мы его в дальнейшем не видели? Шумим. И перелезаем. Давайте сразу сядем. Все, мы скрылись. Главное, запоминаем, что следующим по смене будет Энтони. Получается, мы будем брать карточку от данной двери. Она закрыта на кодовый замок. Не успел видеть меня. Поехали тогда на детскую площадку. И мороженщик, кстати, ездит без номеров. Очень странно. Жизни стало все еще 3. Нас еще мороженщик ни разу не поймал. Масленка. Побежали смазывать трубу. Тут также есть несколько автоматов. В одном из них мы будем с вами получать пейнтбольный пистолет. Смазываем решетку. Ты смазал ворота, теперь их можно открыть. Но они так шумят сильно. Побежали быстрее за канистрой. Я надеюсь, успеем. У нас сегодня воспоминания о мороженщике 1. Да, смотрите. Забрасываем сюда. И побежали наполнять канистру бензином, который мы будем сегодня заливать в карт. И будем кататься по парковке. Что это вообще за труба? В принципе, это даже не канализационная. Почему-то она выходит на детскую площадку. Это просто труба. Заправляемся. Ой, меня лошадка не отпускала. Как будто бы кто-то пьет воду. Вы заполнили канистру бензином. Так, смотрите, нам еще нужно будет сегодня ронять бетонный блок. Для того, чтобы заполучить ключ охранника. Аккуратно. Нету. Значит, канистру забрасываем сразу же в фургон. И, кстати, масленкой же можно по мороженщику зарядить.
А, так иди ко мне. Если что, его огреем. Вот такая детская площадка у нас была. Сейчас будем угадывать рычаги. Потому что никакого кода от них нет. Все нужно делать прямо наугад. Первый рычаг. Просто один. С первого раза первый рычаг. В первом мороженщике. Вот это да. Сработало. Теперь ты можешь перейти на другую сторону. На сторону добра. Так, смотрите. Это же прям везение. На, я там. Обманули мороженщика. Теперь будем искать куртку охранника. Почему-то последний раз его видели именно здесь. Вот куртка. Офисный ключ. Ну-ка. Что написано? Какая-то кабина. Ох ты, перебрались. А сюда? Тоже перебрались. Смотрим за мороженщиком. Могу не успеть. Давайте просто его ждать здесь. Да хотя давайте даже побегаем по детской площадке, вспомним ее. Это у нас туалеты. Можем прятаться. Я никогда этого не делал. Кстати, это вообще не очень ходовая вещь. Нас здесь мороженщик почти что не беспокоит. Сюда вообще не залезал. Ой, я застрял, похоже. Я даже не пробовал залезть на эту паутину. Здесь идут ремонтные работы. Что-то мороженщик запланировал. Интересненькое. Можем смело направляться на парковку. У нас есть ключ от кабинета охраны. Там мы возьмем карточку от кафетерии. На парковку. Заодно заправим карт. Кстати, я рогатку выкинул. Это значит, нам нужно будет все равно получать пейнтбольный пистолет за монетки. Для этого мы будем грабить кассу. Аккуратно. Мороженщика пока нет. Так, так, так. Ой-ой-ой. Нету, а где он? Дверь охраны. Смотрите, ёкарная башня. Сейчас не получится взять. Давайте просто бежим. Ах ты, не получится. А если закроем? Ах ты, заметил. Оббегаем по кругу. И сейчас будем искать карточку Энтони. Антона. Энтони, у нас мало времени. Энтони, вторая карточка, ура. Он у нас следующий по смене, поэтому мы сейчас сможем получить еще один ключ. Просто ищем открытую дверь. Значит, она нас будет вести к фургону. Канистру оставляем на этой локации. У нас здесь располагается карт. Но мы пока что не можем выстрелить. Кстати, давайте перекроем ход. И здесь тоже закроемся. Поехали теперь в кафетерию. Будем брать монетки. Будем искать код от кассы, потому что ее закрывают. И открывать специальную комнату. Так, как-то я странно пошел. Доступ к колдовке получен. Все, открыли ее. Смотрите, куда можем пройти. Теперь спускаемся вниз за ключом. Ключ от склада кафетерии. Но нужен ли он сейчас нам? Давайте пока что поищем код от кассы. Он находится в одной из мусорок. Так, здесь мусорки нет. Вот мусорка. Прям за дверью. Роемся. Не исключено, что за этим делом меня мороженщик поймает. Ой, не видел. Не нашли. Забрасываем. Роемся. Это, возможно, последняя мусорка. Нет, не последняя. Закрываемся. Прижали мороженщика. Вот еще мусорка была. А можно прямо отсюда рыться? Где ты?
То есть я его куда-то откинул? Нет бумажки. А где тогда? Смотрите-ка. А, вот еще мусорка, ничего себе, лежащая. Ты не нашел ничего интересного. Так я все мусорки обрыскал уже. Касса. У вас нет кода, чтобы открыть. Так, еще вот мусорка. Ёкарный выжим. На. Закрыли его. Кстати, можно перебраться здесь? Так, ты за мной так и будешь ходить? И давайте рыться. Он меня быстро потеряет. Ему еще долго обходить причем. Есть, кодобумажка. Успели на тоненького. Забираем деньги из кассы. Монетки. Все, уезжаем отсюда. Тем самым мы можем получить пейнтбольный пистолет. Ах ты, а ключ не взяли. 235-й. Нашумим. Сейчас мороженчик придет именно вниз, в подвал. Надеюсь, дверь откроется. Открылась, ура. И уезжаем на детскую площадку за пейнтбольным пистолетом. Мы сегодня с вами вспоминаем мороженчика один. Забираем монетки. А может успею? Смотрите, дурим его как. В монетоприемник вставляем монетки. Слот для монет. Так, кнопка. Не успел. Поздравляем, ты активировал автомат с игрушками. С помощью этого пейнтбольного пистолета даже можем мороженщика остановить. Зеленая краска. О, так он даже сник, я это забыл. Ты сбил роду, и он будет без сознания в течение 1 минуты. Это прям супер. Теперь на парковку. Постараемся завладеть картом. Мы с вами приезжаем на парковку. Ой, уже ходит. Ладно. Я, мне кажется, чаще всего стрелял по кнопке именно из рогатки. Зеленая краска опять. Давайте тогда хитро поступим. Вот здесь ставим пистолет. И будем заправляться тоже сзади примерно. Если что, выстрелим в мороженщика. Мы смотрим сверху. Немножко неудобно сделали. И разбиваем. Все, с первого раза. Смотрите-ка, что мы открываем с вами. Нам нужны кусачки. Мы же с вами брали ключ-то 235-й. Так, если я попытаюсь сбить мороженщика... Он меня может поймать в этот момент. Нам полезнее будет просто взять пейнтбольный пистолет. И давайте вообще посмотрим эту комнатку. Тут всевозможные кубки. Похоже, мороженчик раньше занимался картингом. Так, 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 так. И сник. Забираем ключ. 235-й. В этом гараже у нас будут кусачки. Смотрите, как близко. 233, 235. Вот и кусачки. Мы сейчас будем с вами ронять прожектор. Побежали на второй этаж. Игра вспоминается. Что же будет интересно со следующими мороженщиками? Вспомнятся ли они? Перекусываем трос. Все свалилось вниз. Так, срочно ищем ключик. Тут, кстати, был дневник Рода. Что там было написано? У нас минута есть. Наконец-то я это сделал. Машина готова.
Не могу дождаться, чтобы получить секретный ингредиент. Это было сложнее, чем я думал. Записи были не очень четкими, но все, что я собрал во время моих поездок, было полезно. К счастью, мой фургон достаточно большой. Теперь мне придется начать тестирование на человеческих образцах. Полные дети будут хорошими лабораторными крысами. У них много материала, и никто не будет скучать по ним. 27 сентября 1972 года. Теперь мне придется начать тестирование на человеческих образцах. Опять то же самое записывал. Сегодня начинается мое царство восхитительного террора. Все готово. Я пойду по улице, где живет Даниэль, и дам ему одно из моих суперспециальных мороженых. Как он может отказаться от него? Я добавил необходимое количество секретного ингредиента, чтобы убить его. Он покинет этот мир в течение 2 часов. Без сомнения, это гораздо меньше, чем он заслуживает. Я мститель, я герой, я род, производитель мороженого. Ничего себе. То есть он знал, что он кого-то прямо убьет. Стремянка. Пододвинули. И все, можем проходить. Давайте даже на карте поедем. Возможно, мороженчик еще без сознания. Если что, с карты выпрыгнем. Все, вот как вам такой прикол? В окрестности. Уехали прямо перед мороженчиком? Дали нажать. Смотрите, Чарли неудобно сидит. Мы его спасаем. Но на ходу-то прыгать нельзя. Он бы сейчас точно упал. Получается, мы Джей, и мы спасли Чарли, своего друга. Он нам за это даст первый предмет. Блендер. Для того, чтобы мы взбивали мороженое. Это наше первое сокровище. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами вспомнили мороженчик 1. Оценивайте видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.